Юноша, я с вами разговариваю. Мне казалось, вы слушаете. Я слушал, простите. Что? Ничего, я просто... Тебя явно заворожила эта зажигалка. Я хотел бы знать, почему. Я просто игрался с зажигалкой, забыли, и сам не осознавал. А потом заметил, но подумал, что это невежливо, и положил ее на стол. Но я положил ее по диагонали. Одного из этих квадратов, видите? Смотрите. Я заметил, что длина зажигалки в точности совпадает с длиной диагонали. Я положил ее продольно по внешнему краю. Смотрите сюда. Тоже подходит. Ну и сюда. И вот так. И вот так. И вдруг ты понимаешь, что существует некая космическая гармония форм и размеров. Интересный у вас друг. Подозреваю, более интересный, чем вам известно. Понимаете, когда мы смотрим вокруг, что мы видим? Хаос, не так ли? Полный хаос. Но при взгляде сверху, взгляде Господа, все вдруг собирается воедино.